Нужно страну и родину защищать. Я за мир, дружбу, любовь. Это не долг, это просто насилие. Это нечисть, девочки, поползет к нам в Россию. Ну как Россия помогает? Я даю 100%, если случится что-нибудь в России, Сирия не поможет. Мне кажется, России для начала надо внутреннюю политику как-то улучшить, а потом уже работать на внешнюю. У себя порядок пусть наведут сначала, а потом лезут куда-нибудь во всякие авантюры. Афгана не хватило, что ли? Я даже в армию нашу не отпустила младшего сына, старший побыл, с меня этого хватило. Совсем близко к нашей границе, чтобы не было баз американских там. Я считаю, что вообще не надо ни с кем воевать. У нас родственники никогда не поедут ни с кем воевать. Сейчас нужны войска, но я не знаю, как будет развязка с американцами, потому что они себе застолбили кусок территории. Зря воюет война эта. Сказали же, уже закончилась война в Сирии, а на самом деле вот летчик погиб. Это очередное отмывание денег, и кто-то просто делает на этом бизнес очень хороший, вот и все. Я, наверное, отрицательно бы отнеслась к решению своего там или ребенка, или мужа, или брата. Наверное, не пустила бы. Кормят этого и создаются, чтобы воевать. А так просто зачем тогда кормить кучу домоедов? В связи с тем, что Россия у нас помогает и Украине, и Сирии, мы потерпим. Думаю, еще год-два, и страна у нас будет стабильна. Хорошо, что выявили наши войска. Ну, не хотелось бы, чтобы терять наших ребят, которые гибнут. Если бы меня бы отправили, я бы пошла. Мы отправляем, чтобы защитить нашу родину от террористов. Если они там рождаются, террористы, или так много, чтобы их там уничтожить, где там они зарождаются. Ну, если наша Россия как бы, ну, обяжет, то выбора-то нет. Ну, наверное, конечно. Лучше не просто добровольцы этим занимаются, а именно определенные люди, которые целенаправленно на это обучаются и так далее. Но, опять же, повторюсь, я честно против этой войны. Если мы не будем защищать, значит, это находиться, наши войска не будут находиться в Сирии, то те, значит, игиловцы, они придут сюда, вот к нам, в Красноярск, и будут здесь. Какое отношение мы имеем к этой ситуации, я до сих пор не понимаю. Вон американцы, видишь, везде у них базы, все, они стараются. А мы что, лысые, что ли? Здесь должны были согласовать с Америкой, коли мы две страны таких ведущие, и действовать вот совместно. Я думаю, пока ко мне домой не пришли с оружием, мне воевать не стоит.